На ремонте вот такая машинка Samsung Sensor Quick P803J. 800 это, наверное, количество оборотов. Значит, ситуация какая? Включается, начинает работать любой режим, который мы выбираем. Например, включаем, набирает воду, включает, а когда начинает включать отжим, сейчас вот покажу, например, если мы переключимся на отжим, ну, на спуск воды, то, ну вот я включаю, слышно, что включился насос, во всяком случае, сначала он стукал насос, из насоса вытащил вот такую детальку и как бы должен был запуститься, но все равно не запустился, причем не запустился кардинально, крутится, а насос, а воду не качает. Мой диагноз — забился шланг. Каким образом я это определил? Ну вот шланг, который спускной, который идет со стиральной машинки, если туда дуть, тут вроде бы неплохо внутри, если дуть, вообще не дуется. Ну, собственно, ремонт будет, кроме того, что я открыл и было забито вот этой частью, может быть, второй половинкой этой части и шланг забит, я не знаю. Но нужно разбирать и смотреть, что с выпускным шлангом, и его прочистить. Для этого спустим воду. А уже набрал. Не знаю, как поступить. Нужно спустить воду, перевернуть, добраться до насоса и открутить шланг. Сейчас будем сначала спускать воду. Так, что было сделано? Откручивал вот эту пробку и с помощью мыски спустил всю воду, потому что уже какую-то часть набралась. Ну и все, теперь положу на бок и буду разбирать шланг. Ну вот у нас сам насос. Я тут снял, в принципе, шланг уже. Он вот на таком зажиме держится и вынимается. Что произошло? Я выдул. В принципе, он более-менее продувается. Хотя вот тут, не знаю, видно или нет, мусор, который есть, это не та проблема, которая могла бы задержать. Проблема забитости осталась в самом корпусе насоса. Для этого его нужно открутить. Вот откручиваем эти два винта. Машинка уже в таком внизу в ржавом состоянии, но она еще отрабатывает свой след. Откручиваем эти два винта и можем снять насос весь. Ну и определиться. Интересная ситуация. Значит, ровно по диаметру уже не первый раз. Смотрите, здесь четкая пробка. Ровно по диаметру трубопровода застряла монета, имеющая ровно такой же диаметр, ну где-то 10 копеек. Причем застряла капитально, насмерть. Я думал, изнутри тут пробовал, думаю, какой-то переход здесь, может быть, какой-то канал. А это, видите, 10 копеек застряло. Значит, выбиваем эти 10 копеек и посмотрим. Ну вот эти 10 копеек, которые
туда попали 10 копеек. Как раз теперь ход полностью открыт, и теперь будет спускать воду. В обратной последовательности все собираем. Как видим, без разбора ну, никак нельзя было вытащить. Не знаю, как он попал, потому что тут же специально стоит вот это устройство, которое не пускает. Оно такого имеет такой размер, что здесь проходит. Почему-то она не упала на дно, а прошла через это отверстие. Но неважно. Суть в чем, что мусор попал, забил полностью проход, не спускает воду, соответственно, он останавливается на какой-то программе и дальше не идет. Ну, собственно, ремонт произведем, собираем в обратной последовательности и пробуем, все ли будет отрабатывать. Думаю, что будет. Ну что же, я уже подключил стиральную машинку. Все работает. Уже проверял на слив, все сливает. Включился. Не знаю, наверное, не видно. Если посмотреть сюда, то она тут чего-то кондубасит, и слива, насос сливает, все нормально, поэтому ремонт произведем, скоро возвращается хозяин. Подписывайтесь на канал, и вы сможете увидеть ремонт, простой ремонт, не только такой бытовой техники, но и другой.